ужасное состояние вокзала, причем постоянно такое практически. Но мы не помним, когда его занимались. Когда-то, наверное, крышу перекрыли и все. Наверное, администрации некогда заняться вокзалом. У него более важные дела. Ну, стыдно за такой вокзал. Стыдно. Вот в том-то и дело, что есть вот там туалет, но вы в него не зайдете. Не зайдете, не знаю, кто-нибудь убирает, не убирает его. Вот люди бегают, ищут, где бы, как бы, по нужде сходить. Это очень нехорошо. Вообще ничего нет. Вот даже, смотрите, кассовый пункт, вот где они находятся, они арендуют помещение совместно с сапожником. Ну и невыносимые условия, тяжело людям так работать. Конечно, надо что-то организовать. Комнату отдыха для пассажиров, чтобы они могли и отдыхать здесь, приобрести билеты, погреться где-то, там чашку кофе выпить. Ну, действительно стыдно. Город районного значения, центр. Порой в деревнях, вот я с Краснодара приехал, там в деревнях и то больше таких цивильных условий для пассажиров, чем здесь. Что не меняется? Не, немножко меняется, видите, где-то подбелели. Вот окультурили немножко, вот своими силами, видимо. От власти хочется помощи вот, какой-то материальной, чтобы они помогли восстановить это все. А участники никто этим заниматься не будет. Потому что здание-то огромнейшее. Вот посмотрите сами, там все осыпало. А не дай бог кого-нибудь вот этими кирпичами там убьет. Кто будет за это отвечать? Во время мороза и работают только до 4, а после 4 автобусы ходят, и люди замерзают. Даже дети уезжают в институт и замерзают здесь вечером на вечернем автобусе. И стоят, замерзают. Что? Ни туалета, ни воды. Вода была когда-то, но ее как-то там заблокировали, и все с тех пор.